Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу с вами связать вот такие вот две черепашки. Это черепашка подсолнух. Вяжется она одной деталью. Вывязывается только желтые лепесточки. Вывязывается. Все остальное вяжется вместе. Голова ввязывается, лапки вывязываются в процессе вязания. Розочка тоже вывязывается только лепесточки. Все остальное черепашка вяжется вместе. Размер этой черепашки в длину 8 сантиметров, высоту 6. Очень легко и быстро вяжется, поэтому если вам нравятся такие черепашки, то приглашаю на свой мастер-класс. Так, для вязания черепашек нам нужна пряжа плюшевая на 100 грамм 120 метров. Нужно нам 4 цвета. У меня светло-розовая такая пряжа, это будет тело черепашки. Ярко-розовая, это будет у меня роза. Дальше коричневая и желтая, это будет у меня цветочек, подсолнух. Дальше нам понадобится крючок номер 4, глазки 7 мм, ножницы и иголочка с ниточкой черной. У меня это Yarnar Jeans для вышивания ротика. Все, давайте начнем. Итак, начинаем вязать голову. И набираю я 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд провязан, второй ряд. Все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. В первую петельку прибавка. И ставим маркер в первый столбик. Дальше провязываем все 6 прибавок. Вторая прибавка. Третья прибавка. Подтягиваю хвостик. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. И шестая прибавка. В конце ряда у нас 12 столбиков. Дальше третий и четвертый ряд мы провязываем по кругу без прибавок и убавок. 12 столбиков без накида. 2 ряда. Провязала я 2 ряда. Теперь следующий ряд, пятый. Снимаю маркер и провязываю все 6 убавочек. Первая убавка. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая. Пятая и шестая. Дальше 2 ряда, 6 и 7 ряд, провязываем по 6 столбиков без накида, так как по кругу у нас получилось 6 столбиков. И набьем голову, только голову, шейку набивать не будем. Итак, набила я уже голову, провязала я 2 ряда шейки. И следующий ряд мы провязываем, соединяем деталь вместе, две стороны. Так как у нас по кругу 6 столбиков, то у нас должно получиться 3 столбика без накида. Ввожу в первую петельку и эту петельку, которая на крючке. Провязываю 1, 2 и 3. Хвостик обрезаю и закрепляю. Все, голова готова. Теперь давайте будем вязать туловище. Так, начинаем вязать туловище. Набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. Раз. 2, 3, 4,
пять, шесть, семь и восемь. Первый ряд провязан, второй ряд провязываем все прибавки, все 8 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Провязав первую прибавочку, ставлю маркер в первый столбик. Первый столбик. Дальше провязываю все прибавки. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Подтягиваю хвостик. Пятая прибавка. Шестая. Седьмая. И восьмая. Второй ряд провязан. В конце ряда у нас 16 столбиков. Следующий ряд. Один столбик без накида. Ставлю маркер. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. И так провязываем по схеме до конца ряда. Один столбик без накида, прибавка. Так нужно повторить 8 раз, всего 8 повторений. В конце ряда у нас должно получиться 24 столбика. Это третье повторение. Один столбик, следующую прибавка. Это будет четвертое повторение. Один столбик без накида, прибавка. Пятое повторение. Один столбик, прибавка. Это будет шестое повторение. Дальше седьмое. И восьмое. В конце ряда 24 столбика. Четвертый ряд. Четвертый ряд провязываем так. Снимаю маркер. Провязываю один столбик без накида. Ставлю маркер обратно. Дальше. Второй столбик без накида. Дальше провязываем ножку. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли. Теперь со второй петли провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Ножка провязана. Теперь провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Дальше опять провязываем ножку. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Дальше со второй петли от крючка 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше вязываем голову. Голову мы провязали. Теперь ввожу крючок в петельку и провязываем голову. Соединяем донышко и голову. Хвостик при этом будем вязать. 1, 2. Теперь убираем хвостик, провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше вяжем ножку. 1, 2, 3, 4. Провязав ножку, со второй петли я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Дальше вяжем опять ножку, четвертую. 1, 2,
3, 4, провязав 4 столбика, 4 воздушные петли со второй петли от крючка, 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше провязываем. 1, 2, 3 и 4. И вяжем хвостик. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Провязав 3 воздушные, со второй петли от крючка 2 столбика без накида. 1 и 2. И дальше последнюю петельку я провязываю. Столбик без накида. Но петельку я не довязываю. Мы будем менять нить на коричневую. Обрезаю хвостик, ниточку вернее. Итак, приготовила я коричневую ниточку. И заканчивать ряд я буду коричневой ниточкой. Вот, теперь провязываем за заднюю стеночку петли, провязываем 24 столбика без накида по кругу. За заднюю стеночку. Вот. 1, 2. Лапку убираем и провязываем. 3, 4, 5, 6. Опять лапку убираем. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Дальше лапку убираем. 16, 17, 18, 19. Лапку убираем. 20, 21, 22, 23 и 24. Вот провязали мы 5-й ряд за заднюю стеночку петли. Вот. 5-й ряд. 6-й ряд провязываем тоже за заднюю стеночку петли. Тоже 24 столбика без накида. За заднюю стеночку. В первую петлю я ставлю маркер, чтобы не потерять петельку. И дальше за заднюю стеночку петли провязываю 24 столбика без накида по кругу. Давайте так провяжем по кругу. Итак, провязала я. Теперь 7 и 8 ряд я провязываю тоже 24 столбика без накида за полную петельку. За полную петельку провязываю 2 ряда. 7 и 8 ряд. Тоже по кругу, без прибавок и убавок. 2 ряда. Давайте провяжем. Итак, провязала я 2 ряда. Теперь 9 ряд. Провязываю первый столбик без накида, ставлю маркер. Провязываю второй. И убавка. Итак, один столбик без накида, второй столбик без накида и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце должно получиться 18
столбиков. Провязали 10-й ряд, 1 столбик без накида и убавка. Один столбик без накида и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 12 столбиков. Провязали еще один ряд, и давайте набьем эту деталь холофайбером. Итак, набила я уже холофайбером средней плотности, я не слишком туго, чтобы можно было деталь и форму придать, поэтому средней плотности. И последний ряд, это уже у нас будет 11, все 6 убавок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Обрезаю хвостик. Фиксирую. Одеваю иголочку. И за полупетельки прячу и путаю ниточки. Вот такая вот деталь получается. Так, теперь давайте возьмем желтую пряжу и начнем вывязывать подсолнух, лепесточки. Итак, начинаем вязать лепесточки. Начинаю я от хвостика и уже за переднюю стеночку петли я буду провязывать лепесточки. Значит, мы будем провязывать по 6-му ряду. По 6-му ряду за передние полупетельки. Итак, ввожу я крючок, вывожу петельку
и набираю воздушную. Сюда же я провязываю столбик без накида. Так, хвостик я подтягиваю. Вот, и набираю 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. В следующую петельку я провязываю столбик без накида. Хвостик тоже вяжу вместе. Вот так. Дальше опять 1, 2, 3. И в следующую петельку столбик без накида. Дальше опять 1, 2, 3. И в следующую столбик без накида. Хвостик убираю, потом его спрячем. Вот такие лепесточки маленькие получаются. 1, 2, 3. И вот в петельку ввожу столбик без накида. 1, 2, 3. Столбики я не пропускаю. В каждый столбик я провязываю. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Раз, два, три. Раз, два, три. И так провязываем до конца ряда. И в конце я делаю соединительный столбик вот в первую петлю предыдущего ряда. Соединительный. Дальше я обрезаю и фиксирую. Все. Давайте хвостики спрячем. Черепашка получилась. Хвостики я все обрезала и спрятала. Теперь давайте пришьем голову. К шейку мы вот так вот поднимаем и голову пришиваем вот к коричневой части. Вот к коричневой части. Вот так голову пришиваем. Все, давайте пришьем.
Один, два. Между вторым и третьим. Между вторым и третьим я вставляю глазки. Ну и по бокам. И вышьем ротик. Так, связали мы вот такую вот черепашку, подсолнух, вот так она выглядит, очень легко и быстро вяжется, поэтому ротик вышивается по-разному. Если я вижу, что есть какие-то неровности, то я протягиваю ниточку еще раз в обратном направлении, и тогда ротик более ровнее, более гибче становится и не такой резкие переходы, не такие резкие переходы. То есть уже смотрите на свое усмотрение. И теперь давайте свяжем с вами вторую черепашку розу. Для этого я связала уже полностью донышко с лапками и головой, потому что вяжется деталь абсолютно одинаково. И получается, что до пятого ряда самого донышка все то же самое, как и вот в этой черепашке, поэтому нет смысла показывать еще раз. Вот, а теперь давайте будем верхушечку, панцирь будем вывязывать по-другому. Итак, начинаем вязать пятый ряд. Снимаю маркер и с последней петельки я снимаю верхнюю. Заканчивать я буду уже розовой пряжей. Я провязываю за полную петельку 24 столбика без накида. 1, 2, лапку сгибаю, подтягиваю крючок, 3, 4, 5, 6, сгибаю лапку, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сгибаю лапку. 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23 и возле хвостика последний 24. Хвостик подтягиваем. 24. Вот провязали мы пятый ряд. Теперь шестой ряд. Мы провязываем за заднюю стеночку петли. Провязав первый столбик за заднюю стеночку, тоже провязываем 24 столбика без накида.
Но уже за заднюю стеночку петли. Провязав первый столбик, я вставляю маркер в переднюю стеночку, чтобы понимать, где начало ряда. И теперь провязываю весь шестой ряд за заднюю стеночку петли. Двадцать четыре столбика без накида. Давайте провяжем. Провязала. Теперь седьмой ряд я провязываю за полную петельку. Провязав первый столбик, ставлю маркер в первый столбик и провязываю за полную петельку 24 столбика без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязала седьмой ряд. Восьмой ряд провязываю за заднюю стеночку петли. Снимаю маркер и провязываю за заднюю стеночку петли. Провязав первый столбик, я вставляю маркер в первый столбик за переднюю стеночку, чтобы ориентироваться, где вязать лепесточки. И дальше провязываю 24 столбика без накида за заднюю стеночку петли. Давайте провяжем. Итак, провязала. Теперь девятый ряд. Девятый ряд я провязываю за полную петельку. Провязываю один столбик без накида и ставлю маркер. Дальше второй столбик без накида и убавка. И так нужно провязать по кругу до конца ряда. 2 столбика без накида, убавка. Так нужно повторить 6 раз. В конце должно получиться 18 столбиков. И последняя убавка. Девятый ряд провязан. Десятый ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли. Итак, снимаю маркер, провязываю за заднюю стеночку петли один столбик без накида. И маркер ставлю за переднюю вот полупетельку. И теперь убавка. Ввожу за заднюю стеночку, вывожу рабочую нить, не провязываю, следующую петлю завожу, не провязываю, 3 петли на крючке, убавка. Дальше один столбик без накида. И убавка. Один столбик без накида. И убавка. Один столбик без накида. И убавка. Один столбик без накида. Убавка. У нас должно получиться 12 петелек по кругу. Вот так. 11-й ряд провязываем
За полную петельку 12 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. И провязываю за полную стеночку, ой, за полную петельку, за 2 стеночки 12 столбиков без накида. Теперь давайте набьем нашу деталь холофайбером. Итак, я набила холофайбером деталь. И теперь снимаю маркер 12 ряд. В 12 ряду я буду делать 6 убавок за заднюю стеночку петли. Ввожу за заднюю стеночку. Вывожу. Рабочую нить не провязываю. Следующую. Вывожу рабочую нить, 3 петли на крючке, провязываю вместе. За первый столбик я одеваю маркер, чтобы не потерять ряд. И дальше провязываю 6 убавок за заднюю стеночку петли. Вторая убавка. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Все, теперь обрезаю хвостик. И закрепляю ниточку. Так, теперь одеваю иголочку и за полупетельки стягиваю отверстие. Деталь я набиваю не плотно, средней плотности, чтобы оно было мягеньким. И в центр вставляю иголочку. И путаю ниточки. Обрезаю хвостик. Итак, первая часть связана. Вот такая деталь у нас получается. Теперь давайте будем вязать лепесточки. Итак, начинаем теперь вывязывать лепесточки на наших передних полупетельках, там, где мы отметили 4 ряда. Начинаем с нижнего ряда. Я начинаю снимаю маркер, вставляю крючок и начинаю вязать лепесточки. Вывожу ниточку
Делаю воздушную и сюда же провязываю столбик без накида. Дальше делаю накид. Сюда же я провязываю полустолбик с одним накидом. Дальше в следующую я провязываю 3 столбика с накидом. Раз, два и три. В следующую я провязываю 1 полустолбик с одним накидом, 1 столбик без накида, убираю хвостик, в следующую соединительный столбик. Вот так. В следующую опять столбик без накида. И сюда же полустолбик с одним накидом. Полустолбик. Да, полустолбик с одним накидом. В следующую петлю провязываю 3 столбика с накидом. Раз. Два. И сюда же 3. В следующую провязываю полустолбик с одним накидом. И сюда же столбик без накида. В следующую соединительный столбик. Хвостик этот надо спрятать. Теперь продолжаем. Опять столбик без накида, в эту же петлю полустолбик с одним накидом, в следующую петлю 3 столбика с накидом. Раз, два и три. В следующую 1 полустолбик с накидом. И столбик без накида. Следующую соединительный. Дальше опять столбик без накида. Следующую столбик без накида. И сюда же полустолбик с одним накидом. Следующую 3 столбика с одним накидом. И в следующую полустолбик с одним накидом и столбик без накида. В следующую соединительный. Вот такие лепесточки получаются. Дальше опять столбик без накида, сюда же полустолбик с одним накидом, дальше столбики, 3 столбика с накидом, раз, два и три, дальше полустолбик с одним накидом, столбик без накида и соединительный. И дальше опять столбик без накида, сюда же полустолбик с одним накидом, в следующую 3 столбика с одним накидом в следующую полустолбик с одним накидом и столбик без накида.
Следующую соединительный столбик. Вот провязали мы. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 лепесточков. Дальше я снимаю следующий маркер и ввожу сюда, продолжаю вязать столбик без накида, полустолбик с одним накидом. Следующую петлю я провязываю 3 столбика с одним накидом. Раз, два, и сюда же 3. Следующую петлю я провязываю полустолбик с одним накидом и столбик без накида. Следующую соединительный. И дальше по кругу провязываю точно так же, переходя из ряда в ряд. Вот такой вот у нас будет переход. И вот так вот. Давайте так провяжем до конца ряда. Thank you.
Такая вот розочка у меня получилась. Лепесточки можно вот так вот поправить, потому что мы вязали. А вот так вот. И вот такая вот розочка получается. Теперь давайте пришьем голову, приклеим глазки и вышьем ротик. Thank you.
Так, все я сделала. Здесь я вышила ротик просто двумя галочками. Здесь я вышивала ротик по-другому, чтобы был плавный переход, но оно получилось немножко толще. То есть вы сами выбираете для себя, как вам лучше смотрится черепашка. Вот такие вот две черепашки. Это черепашка роза и черепашка подсолнух у меня получились. Если вам понравился такой мастер-класс, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока!